Многим известен Йошкар-Олинский механический завод как изготовитель велосипедов «Салют». Но мало кто знает, что завод активно участвует в подготовке трудовой смены. Здесь уже более 2 лет действует учебно-производственный участок, где проходят практику ученики 9-10 классов подшефных школ. Чтобы приобщить ребят к полезной деятельности, заводчане обучают их профессии слесаря механосборочных работ. Из деталей и узлов ученики собирают велоколеса и велотренажеры. Школьники помогают заводу выполнять государственный план и получают за это зарплату. Что думают об этой практике сами учащиеся? Ну, мы работаем на заводе еще недавно, но работа мне, в общем-то, это нравится. На этой работе мы познаем очень даже многого. Так появляется ответственность за свою продукцию. И выходя уже из завода, я получаю, можно сказать, специальность. Работа на заводе мне нравится, так как я получила общее представление о заводе и собираюсь пойти на экономический факультет и продолжить связать свою жизнь с заводом. Ну, это производственная практика, как бы подготавливает нас, как учеников, к взрослой жизни. Завод – это та же школа, где постоянно нужно учиться, постигать что-то новое. Говорит завуч школы номер 9 Зинаида Николаевна Масунова. 20 выпускников школы в 1986 году получили квалификационное удостоверение слесаря механосборочных работ 1-2 разрядов. 5 учащихся школы направлены как заводские стипендиаты в Горьковский институт, в Ленинградский институт и в Марийский политехнический институты. Только в 1986 году школьники произвели товарной продукции на сумму 169 134 рубля. Собрали 14 912 велоколес и 5791 велотренажер. Часть выпускников после окончания школы связала свою жизнь с заводом. Так школа и производство решают задачи улучшения трудового воспитания, обучения, профессиональной ориентации школьников и организации их общественно полезного труда.